Привет всем! Сегодня идем смотреть цены на продукты в Польше. Будем смотреть на примере магазина «Бедронка» в Варшаве. Начинаем! Кстати, в «Бедронке» появились вот такие новенькие коши, гипер неудобные, просто с ними нигде никогда не влезешь. Вот такие скидки нас встречают прямо на входе. 7 злотых. Вот такой вот виноград. Капуста 2 злотых. И фига по 90 грошей. Идем дальше. Также бананы вот такие. Видим? 6 злотых. 10,99 персики. Нектаринки по 11,99. 5,70 ананас. Лимоны по 8,99. Вот такие прекрасные лимоны. Дыни 6,49. Арбуз 4,99. Вот такой арбузик. Также вот еще дополнительные скидочки. Груши. Вот такие груши по 3 злотых. Морковка на сок 3,98. И картошка 5 килограмм 4,95. А нет, вот еще скидочки. 3 злотых. Вот такая вот римская салат. 3 злотых. Буряк 3 килограмма 3 злотых. Вот такой вот бурячок. Прекрасный. Лук 7,89. 4 килограмма упакования. И помидоры по 10 злотых. Что по остальным продуктам? Грибы 5,59. Вот такие грибы. Огурчики по 10 злотых. Вот как раз цены на них. И по 9 злотых вот такие огурчики. Помидоры тоже разные, но выбор большой. Вот такие по 7 злотых. Вот такие по 9 злотых, по 10 злотых розовые и вот такие полкилограмма по 10 злотых. Также мы видели розовые, что нам входит тоже по 10 злотых. Перчик по 10 злотых, вот мы видим цену. Баклажаны прекрасные по 13 злотых. Паприка, сводка, три колоры, три цвета, 8,56. Вот такой вот салат. Вот 3,49. 3,99. Вся зелень по руб 89. Петрушка, лук, укроп. Картошка, как видите, цены разные. На мытую дороже. На немытую по злотому по 0,99 килограмм. Вот такие скидки имеем на мясо. Это бедрышки, это ножки, это филе. Но в последнее время вот эта скидка, она уменьшилась. Раньше была больше. Так, как мы видим, масло есть в наличии. 27,99. 1 литр 10 злотых практически. И это тоже. Все есть в наличии, все в достаточном количестве. Мука и сахара тоже достаточно. Вот, сахар, потому что был период, когда его не было. 5,99, 1 килограмм. Пудра, полкилограмма, 2,30. В принципе, плюс-минус такие же цены. Как видите, пустых полок нет. Видите, макарон много, на любой вкус. Цены, ну, где-то в районе 4, вот, 3,48, 3,79, где-то в районе 4 злотых полкилограмма. Вариантов очень много. По яйцам. Вот эти яйца 12,95. Вот нам ценник. И вот эти яйца 14,95. Берем одни. Конфеты 2,19 за 100 грамм. Это их можно купить за 6. Итак, по кофе. Кофе, как видим, много. Якобс можно купить за 27 злотых. Якобс крема за 28 злотых. Как видите, вариантов кофе много на любой вкус. Итак, Ахмат. Ахмат можно за 20 злотых купить.
вот такой ренсей, это их польский чай 6,50. Очень много всяких фруктовых чаев и травяных чаев. Травяные чаи, вот там цена 4,75. Так, что в бедронке по хлебу? Вот такой хлеб, который мы чаще всего берем, руб 90. Вот такой вот ружинный, 3,30. Вот такой вот хлеб, круглый, 3,67. Полбагетка, руб 50. Булка по-рыська, 2 злотых. Вот такие вот булочки, их много, они где-то в районе злотого все. Тут на самом деле очень много выпечки, и она очень вкусная. Круассаны по злотому 48. Булочки по 3 злотых. Вончики по злотому 19. Разные цены. Молоко безлактозное, которое мы так любим, так ждали, оно не появилось. Но все равно ассортимент молока уже увеличился, потому что раньше вообще было совсем чуть-чуть. Сейчас можно безлактозное взять в другом месте. Итак, молоко. 4,50, 3,79, 3,50, 3,30. Масло. Масло мы берем вот такое безлактозное. Оно 8 злотых. Не знаю, не видно, да? 8 злотых. Сметана. 2 злотых маленькая. Сливки 3,19. Все. Большая сметана 4,75. Вот такая сметана тоже есть 3,75. И вот такая 2,85. Как видите, тоже достаточно. Фарш можно купить полкилограмма за 7,99. Вот такие вот цены у нас. На бульон, бульонный набор 5 злотых. 3,99 это печенка, желудочки и сердечки. Итак, сейчас лук килограмм вам обойдется в 3,99, морковка килограмм в 3 злотых, буряк килограмм 3,49. Вот такой вот набор на суп 5,99. Капуста на голубце обойдется в 4,75. В 2 злотых вам обойдется просто белая капуста, вот такая обычная белая капуста. Брокколи вам обойдется в 5,99 килограмм. Вот такая пекинская капуста вам обойдется в 4,49. Цветная капуста вот такая обойдется в 6,99. Тыква вот такого вида обойдется в 5,99. И вот такая обычная тыква обойдется в 5 злотых. Она у них называется дыня. Вот такие декоративные дынечки обойдутся в 6,50. Их тоже можно есть, они съедобные. Помидорчики я раньше показывала, они сейчас 10 злотых. Вот, 10 злотых. Какие прекрасно розовые помидоры. Итак, что по фруктам? Вот такие апельсинчики, вам обойдутся в 7 злотых. Вот такой виноград, обойдется в 9 злотых. Но лучше взять на входе кишмыш, он вкуснее, намного вкуснее. Вот такие яблочки, вам обойдутся разные, в 4 злотых. Раз сорт, два, три сорта. Все яблоки по 4 злотых. Груши вам обойдутся в 6,99. Что по сладостям? Сладостей, как видите, тоже очень много. Вот такая большая шоколадка Милка вам обойдется в 12 злотых. Вот такая маленькая 100-граммовая в 4 злотых. Итак, пиво Хайнекен. При покупке 4 штук 3 злотых. Пиво Козел 2 злотых, при покупке 2 упакования по 6 штук. Так, как видите, тоже очень много скидок. Гель для душа 9 злотых. Вот такой вот тоже гель для душа 3 злотых.
очень много акций, и каждый может для себя найти все, что нужно. Шампуни 13 злотых. Капсулы для стирки 22 капсулы 20 злотых. Берем. Наша покупка обошлась нам в 120 злотых.